какой здесь вид спорта? Здесь предусмотрено полностью баскетбол, волейбол и мини-футбол. Это универсальная площадка. Два спортивных и актовый зал на 500 мест. Глава округа Андрей Иванов в очередной раз проверяет строительство школы и детского сада в микрорайоне Одинцово-1. Здесь появятся отдельные блоки начальной, средней и старшей школ. Строится школа на 1160 учеников. Сегодня уже завершены строительные работы на основного периода, ведется фасадная часть и инженерная внутренняя. Сейчас на площадке 150 рабочих. Они уже начали благоустраивать территорию. Тут будет новый спортивный объект по губернаторской программе «Открытый стадион». Также в микрорайоне появится новое дошкольное учреждение на 350 мест. Мы сейчас ведем кладку внутренних перегородок и стен. Переходим в этом месяце уже на остекление. И к фасадным работам переходим к сентябре месяце. Это по, соответственно, детскому саду. Строительные работы в детском саду ведут 80 рабочих согласно графику. Открытие двух социальных объектов запланировано в третьем квартале следующего года. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцово».